Здравствуйте, перед вами будет выступать и снова Воронцов Александр Викторович, город Черемхов, Иркутская область, 30 августа, осень практически 2 дня. Дождь поливал, холодно сегодня, даже 10 градусов плюс нету. Ну, я думаю, многие просят что-нибудь покруче, чтобы я придумал. Ну вот, сижу вечерами, так сказать, предпоследнего лета и придумаю что-нибудь покруче. И выдаю вам сразу в прямой эфир, как говорится. В общем, сегодня день города у нас, Черемхово. Поздравляю всех, короче. Тоже приурочиваю эту песню к этому празднику. Ну, в общем, всех черемховцев и наш город Черемхово с праздником. Ну, примерно так. И гостям нашим тоже поздравления. Что-нибудь покруче, ну-ка, Воронцов, блин. Что-нибудь прикольней, выдай, Александр. Сейчас одну минутку. Вот, ну что я парюсь. Тын-тын-тын, понятно. Короче, начинаем. Танька Черемховская, крутизняк в натуре. Вон какая опачки с нашего аула. Вон какая елы, палы загляденье. Как увижу Таньку, но не Таньку Светку. Может быть и Верку, может быть и Юльку, или там Наташку с ен такой фигуркой. С ен тем самым местом, далее которая. Ах, какие барышни наши черемховские. Ольга Черемховская тоже не отстала, даже перепрыгнула некоторых прямо. Да вообще как будто вылитая лопись. Я смотрю на Машку, Дашку, у которой, может быть, и Верку, может быть, и Юльку, или там Наташку с ен такой фигуркой, с ен тем самым местом, талия которая. Ах, какие барышни наши черемховские. Танька Черемховская, крутизняк в натуре. Вон какая опачки с нашего аула. Вон какая елы, палы загляденье. Как увижу Таньку, но не Таньку Светку. Может быть и Верку, может быть и Юльку, или там Наташку с ен такой фигуркой, с ен тем самым местом, талия которая. Ах, какие барышни наши черемховские. Спасибо. Поздравляю всех с праздником, днем города, шахтера и так далее.